Децентрализованные автономные реферальные системы, или сокращенно DARS. Это специальный блокчейн со встроенным конструктором маркетинг-планов для всех сетевых компаний в мире. Или компаний, которые используют реферальные системы. Причем, ребят, неважно, как вы относитесь к сетевикам. Посмотрите со стороны. В мире порядка 6000 компаний, работающих в данной индустрии. 300 миллионов человек делают товарооборот больше 400 миллиардов долларов. И у всех этих людей, у всей этой индустрии есть ряд вопросов и болей, которые сегодня решает DARS. Мы решаем вопросы гарантии и доверия. Смотрите, благодаря блокчейну каждая компания может стать абсолютно прозрачной, что гарантированно снимает любые обвинения в финансовой пирамидальности. Дело в том, что сегодня все финансовые пирамиды в мире завуалированы под сетевой маркетинг. И благодаря блокчейну можно будет сразу же понимать, где финансовая пирамида, а где истинный сетевой маркетинг. Второй момент. Ни один дистрибьютор без блокчейна и без смарт-контрактов не защищен от того, что компания может в любой момент изменить условия выплат. Обещали 1%, потом стал другой процент. Ни один дистрибьютор в мире не защищен от решения компании выкинуть его из бизнеса. Терминация – это главная боль, наверное, данного бизнеса. И я знаю огромное количество лидеров, которые проработали в нескольких компаниях, и я сам в том числе, создали бешеные структуры, создали сумасшедший товарооборот, но сегодня мы не имеем ничего, потому что нас терминировали. Все эти боли, все эти вопросы решает DARS. И ни один здравомыслящий дистрибьютор больше никогда не пойдет работать в компанию, которые его могут кинуть. Согласитесь, безопасность твоего бизнеса – это вопрос номер один для каждого. Именно все эти вопросы решает сегодня DARS. Редко кто задумывается о том, что создать софт маркетинг-плана для сетевой компании сегодня стоит от 20 до 100 тысяч долларов. И это на рынке СНГ. В мире достигают цифры до миллиона. DARS бесплатен. Для того, чтобы создать стандартный маркетинг-план, нужно потратить от полугода до года. DARS сделает вам маркетинг-план за один день или за 5 минут. И когда вы создаете стандартный маркетинг-план на старых рельсах, вы отдаетесь в руки разработчиков. В любой момент они могут изменить код, в любой момент они могут подставить компанию, и компания уйдет с рынка. DARS – это децентрализованная система, которая не принадлежит ни вам, ни мне, ни разработчикам. А значит, те условия, которые вы пропишете для дистрибьюторов, будут неизменны, что обеспечивает и их защиту и гарантии, и вашу защиту и гарантии. Просто вдумайтесь, все компании сейчас поделятся на три категории. Старые монстры, назовем их так, глобальные крутые компании. Они не перейдут на DARS сразу, они будут смотреть, наблюдать. У них и так все хорошо, они работают по всему миру, они глобальные и медлительные. Вторая категория компаний – это компании, которые когда-то были крутыми, когда-то шумели, но сегодня они уже перешли в такой уровень flat, да, то есть они в ламинарном развитии потихонечку живут, и для них сегодня DARS будет спасением, потому что они вдохнут новую жизнь, они вдохнут эксклюзивность. Просто задумайтесь, сегодня никто уже не конкурирует на уровне продукта, у всех продукты плюс-минус одинаковые. Никто не конкурирует на уровне маркетинга. У всех бинар, классика, матрица, все одинаково. DARS – это новое веяние, которое позволит внести в компанию действительно эксклюзивное конкурентное преимущество. Стать не таким, как все. Стать действительно прозрачным и гарантировать своим дистрибьюторам честные взаимоотношения. И вот эти вот средненькие компании, да, которые когда-то шумели, многие из них перейдут на DARS. Но задумайтесь о молодых компаниях, новых компаниях, которые открываются сегодня. Либо им вкладывать от 20 до 100 тысяч долларов в создание маркетинг-плана и тратить на это полгода, и получить неконкурентный, обычный маркетинг-план, как у всех. Либо за 5 минут бесплатно получить маркетинг-план нового поколения с суперконкурентным преимуществом. Задайте себе вопрос, что бы выбрали вы? Вкладывать кучу денег, кучу времени и получить, как у всех, или бесплатно и мгновенно получить нового поколения? Я уверен, что здесь ответ очевиден. И за счет того, что новые компании и средненькие компании будут переходить на DARS,
мы в итоге поглотим весь рынок. Все очень просто. В сетевой индустрии сегодня есть конкуренция не в продуктах или маркетинге, сегодня есть конкуренция в людях. И если у какой-то компании будет децентрализованный маркетинг-план, то дистрибьюторы этой компании легко смогут рекрутировать, переподписывать дистрибьюторов из всех других компаний. Таким образом, всему сетевому рынку придется переходить на DARS. И неважно, понравится это президенту компании той или иной, или не понравится, что он перестанет быть местечковым корольком, который может делать все, что захочет. Рынок будет изменяться в любом случае, потому что рынком на самом деле управляют сами дистрибьюторы. Туда, куда идут топ-лидеры, туда идут люди. Там, где топ-лидеры и люди, там есть бизнес. И просто вдумайтесь, у каждой компании есть 5, 10, 20 топ-лидеров, благодаря которым живет эта компания. Если все они однажды придут к своему президенту, президенту своей компании, и скажут: а давай-ка мы с тобой перейдем на DARS. Что ему придется ответить? Нет, вы знаете, ребят, я хочу оставить у себя возможность вас кинуть. Нет, вы знаете, ребят, я вас обманываю, я недоплачиваю в сеть. Нет, ему придется переходить на DARS, потому что если они уйдут, он потеряет весь бизнес. Поэтому я на 100% уверен в международном развитии DARS. Поэтому я уверен в том, что все компании в мире перейдут на DARS, просто какие-то быстрее, какие-то медленнее. И токены DARS будут использоваться сотнями миллионов людей. Соответственно, на них будет очень хороший спрос. А они ограничены, и только сегодня у вас есть возможность получить их с классными бонусами. Помимо этого, DARS – это собственная децентрализованная ассоциация сетевых компаний. Это фонд сетевого маркетинга в мире. Это инструменты виртуальной реальности, которые позволят вывести презентации компаний на новый уровень. Это инструменты Big Data с искусственным интеллектом, которые позволят сделать глобальную аналитику, кто, где, что, когда, во сколько покупает, что позволит повысить уровень индустрии. Ну и самое главное, ребят, DARS – это вклад в имидж индустрии. За счет DARS будет проведена огромная работа для того, чтобы у населения планеты поменялось отношение к данному бизнесу. Если в этом бизнесе не будет обмана, если в этом бизнесе будет прозрачность, и если мы будем постоянно рассказывать людям о том, что такое сетевой маркетинг, как отличить от финансовых пирамид, как люди зарабатывают в этой индустрии, как они меняют мышление, как они развиваются и становятся лучше, то через некоторое время мы сможем сделать так, что если тебя не зовут в сетевой маркетинг, что с тобой что-то не так. Потому что всех нормальных людей будут звать в эту индустрию, и все нормальные люди будут развиваться или иметь так или иначе отношение к реферальным системам. Я уверен, что будущее продаж за рефералкой. Никто не хочет рекламу, все хотят поговорить с живым человеком и узнать о том, что есть классного в этом мире. И за счет DARS это будет честно, прозрачно и выгодно каждому.